Человечество всю жизнь мечтает о машине времени, а изобрели ее у нас в Перми. Это футуристический фестиваль Канва и стал той самой машиной времени, которая способна перенести любого в нужную культурологическую точку времени. Ведь само название Канва – сочетание двух слов. Кам в переводе с финно-угорского значит шаман, ва – вода, то есть фактически волшебник, путешествующий по реке времени. Недаром фестиваль живет под флагом «Живой поток времени». Музыка, живопись, мода, театр – те культурные коды, завязанные на прошлом и определяющие будущее, с которыми Канва каждый год знакомит своего зрителя. Девятый год жизни стал для фестиваля определяющим, ведь именно тогда у Канвы появился свой самый настоящий портал времени – арт-объект, собранный пермяками, которые не пожалели для его создания фамильных реликвий. Место сбора на Перми первой было выбрано, конечно же, не случайно, ведь часы и поезда – символы движения в их прямом и переносном значениях. Для всех пришедших их ходики – огромная часть жизни, с которой они расстались для хорошего дела. Мы переезжали, это просто они у нас были на кухне всегда, в том месте, где мы всегда с семьей собирались. При переезде мы решили их перевести в новую квартиру, но, к сожалению, как только переехали, они перестали идти. Мы пытались поменять батарейки, но они почему-то все равно не шли. Эти часы моей бабушки, они со мной очень долго ездили по всем городам. Мне приходится очень часто переезжать, но сейчас так получилось, что я села в Перми. Ну, я надеюсь, что часы осядут здесь вместе со мной. Я их нашел на фримаркете. Это там, где люди отдают свои вещи и их забирают. Я их взял, потому что они мне понравились, они очень квадратные, какие-то классные, советские. Но они стояли у меня без дела. Я вчера увидел в интернете, что ребята собирают часы для кого-то арт-проекта. Я решил их принести. Я американский агент. Вот, молния. У меня кличка молния. Часы с плесенью, с белой. Хранила очень долго. Жалко было выбросить. Прошли через пожар, через переезды. Стояли на окне, держали форточку. Решила отдать Роме. Рома – это Роман Клевакин, художник, работающий в направлениях стимпанка и техно-арта. Он-то и придумал портал времени, или, как его еще здесь называют, гироскоп, который способен на чудо. При помощи портала каждый из нас может запустить в движение лучшую сторону своей души. Но самое главное, гироскоп – это и есть та самая дверь в поток времени, который символизирует Канва. Чем старее часы, тем больше накапливается в мир вот этой прямой энергии. Насколько мы соберем часов, настолько их будет сильно действовать вот этот временной портал. Не удивлюсь, если человек войдет и исчезнет просто, растворится в воздухе. Время сравнивают с рекой. В 2014-м на фестивале время и вода слились воедино. Концерт на Каме стал одним из ключевых событий Канвы. Выступление на корабле у публики вызвало ажиотаж нешуточный. Здесь веселье, что называется, било через край. Причина тому – отличный коллектив из Болгарии, задавший жару всем, кто продрог на бодрящем камском ветру. Ратница, так называется коллектив, это несколько молодых людей, которые специально для Канвы спелись с другой группой, тоже болгарской. Кипр представляет «Мама и дочь». Это как раз фольклорная часть проекта. В своем выступлении музыканты без стеснения смешали традиционные болгарские инструменты, барабан и свирель, с австралийским джиджериду, перуанским кахоном и дабстепом. Все для того, чтобы современное поколение убедилось, фольклор жил, жив и будет жить. Это проект специально для молодой человек. Мы хотим болгарская музыка, болгарские песни, древние, хорошие болгарские песни достигают до сердца молодежи. Молодежь ответила болгарам взаимностью и не скупилась на комплименты. Это очень круто, когда совмещается все вместе, и вода, и ветер, и солнце, и пение, барабаны. Это очень круто находиться просто среди таких людей, заряжаться их энергией. Это заряжает, это музыка солнечная, это музыка южная, такая бодрая.
русские песни перед этим были, они такие страдальческие, а эта музыка абсолютно другого настроения. Это передается, вот это, видимо, балканское солнце, оно пронизано там в каждой ноте. Впрочем, каждый день фестиваля стал по-настоящему музыкальным открытием. Камва еще несколько лет назад определила для себя новый мировой тренд – музыку электронную. И не оставляя идеи об аутентичной культуре, протянула от нее мост культа современным тенденциям. Ведь главная задача фестиваля – это знакомить своего зрителя с самыми интересными и нетривиальными музыкальными новинками. Музыкальная палитра 2014-го такова. Это давний друг фестиваля Инна Желанная, которая представила синтез народной славянской традиции и авангардных звуковых экспериментов. Это тувинская народная музыка и горловое пение от Радика Тюлюша и проекта Челама в сопровождении модной генеративной видеографики Алексея Чоя. Авторская музыка от создателя этнических инструментов Владислава Надишана и виртуозных музыкантов из Германии. Электронная сцена Камвы открыла новые имена в мире авторской электронной музыки. Группа из Казахстана Хапанасаса, электронный дуэт из Перми, Дельта Омега, танцевальная музыка от Алекс Зубкерман из Мурманска, бурятско-французская этнолаборатория в проекте Виктора Жасанова и музыка «Полнолуние» в исполнении «Триплис». Непременные участники каждого фестиваля – это, конечно же, художники. На 9-й Камве мы увидели работы этнофутуристов, пермского скульптора Рустама Исмагилова и художника из Сыктывкара Павла Микушева. Последний, изучая национальные орнаменты Коми, в собственной манере создает мир традиционной культуры. Его работы уникальны еще и тем, что он выработал свой стиль – бисерный почерк. В живой поток времени Камвы уже второй год подряд вливаются велосипедисты. Арт-велопарад, а именно так называется этот веселый проект, объединяет самую креативную часть пермяков. Ведь любители велоезды приезжают на праздник не просто так. По полной тюнингуют своих железных коней и про себя, конечно, не забывают. Вполне закономерно, что в велопотоке оказался и создатель временного портала Роман Кривакин. Король пермского стимпанка явился на велосипеде с коляской. Чтобы ее соорудить, пришлось пожертвовать старым корытом. Зато теперь полно места для пассажиров. Прокатиться в живом потоке приезжает и из других городов. Вот дядю Васю из Свердловской области видно издалека. Он прибыл в Пермь в образе Дракулы. Но самое главное даже не это, а его байк. Великан среди остальных. Настоящий вездеход. У велогиганта даже колеса от Урала. И северные снега, и водные просторы ему по плечу. Долго на нем не покатаешься, все равно крутить достаточно тяжело. А просто кататься так вальяжно, так приятно, сидишь мягко, покачиваешься. Вот это здорово, приятно. Даже люди, когда садятся на него, и тоже чувствуешь, как им нравится само сидение, качание на нем. Так велофрики придает городу то, чего ему так не хватает – яркости, свободы и незаурядности. В этом году арт-велопарад стал частью пермского яркого. Свое название карнавал оправдал на все 100. Перед публикой прошли 7 праздничных колонн. Возглавляло карнавальное шествие Камва – пермский звериный стиль. Люди-лоси на джамперах, всезнающие шаманы и золотые птицы. С их появлением на небе засияло солнце в знак небесного одобрения. Финальный аккорд фестиваля – это, конечно же, гала-концерт участников Камвы. Мне, в принципе, очень нравится программа, потому что она в этом году рассчитана на совершенно на разные слои общества и на разных людей с разными интересами. Кому-то нравится аутентичная традиция, фольклор, кому-то нравится какая-то такая ирландская, кельтская музыка, кому-то нравится электронная музыка. И, в общем-то, все представители мировой такой сцены были представлены у нас. И я надеюсь, что мы продолжим закладывать именно тренды музыкальные. В этом году это получилось. За время своего существования Камва от этнического фестиваля эволюционировала в этнофутуристический и собирает под своим крылом самые передовые проекты. Это самый аутентичный, самый пермский фестиваль, отражающий суть той земли, на которой он родился. Та самая машина времени, очутившись в которой каждый из нас чувствует живой пульс времени.